Всем привет! Это будет короткий ролик. Я хочу показать то, что я купила на 23 февраля. Подарок. Это вот такой вот триммер для стрижки волос. Но не только для стрижки волос. Он еще идет вот лезвие, которое для стрижки, во-первых, бороды. Ровный контур идет. Затем можно просто стричь волосы на лице. Так, затем 3 в одном. Бритье. Это первое. Второе. Подравнивание. И третье. Это четкий контур. Он идет не только для бороды и волос. В нем есть еще здесь насадки сменные. Вот это вот лезвие. Самозатачивающееся лезвие. Не требует замены. Это то, что плюс. И 3 сменных гребня. Гребни служат для бороды и волос, стрижка волос тоже. Я еще не разобрала сильно, но мне посоветовали, очень хорошая штука. Стоит оно сейчас в Магните косметики было по скидке, суббота сегодня. Я пошла его купила. Стоил он так 2300, а я купила за 1800, 20% скидки. 120 минут работы от аккумулятора. Возможность бритья в душе. Советую вам купить. Вот там смотрите сами. Самозатачивающие лезвия из нержавеющей стали. Это вот про вот это, которое я вам говорила, которое сейчас наверху там. Сейчас я достану вам, покажу. Это сумочка для хранения. Сменные гребни. 1,3,5 мм. Переключатель. Вот он. Минимальная длина 0,2. Сейчас открою, покажу вам. Очень хорошая вещь. Для стрижки бороды и усов. Лезвие из нержавеющей стали. 3 сменных гребня. 120 минут работы от аккумулятора. 1,5 часа для полного заряда, масло, щеточка для чистки, сумочка для хранения, литьевая батарея. Я прочитала, что она для стрижки бороды и усов. Ну, женщина мне сказала, во-первых, она также подходит и для головы, но, наверное, может быть, небольшие волосы, я не знаю, еще не пробовала. Потом я расскажу, как она, что действует, как. Затем я спросила, а можно ли просто вот стричь лицо, да, вот, ну, мужчинам. Просто без всякой бороды. Да, она сказала, можно. Ну, я взяла поэтому. А так бы, если бы она просто для бороды была, конечно, я бы не брала. Машинка для стрижки волос написано. Вот это вот, вот этим вот лезвием, которое здесь, вот как раз-то и стригут лицо. Волоски. Бритье. Сейчас мы с вами раскроем, посмотрим. Ну-ка, включим, работает. Работает. Так я ее не слышу, что она меня режет, да? Работает. От аккумулятора. Вот подсоединяю аккумулятор. Сейчас посмотрим, что там еще есть. Сумочка. И сама инструкция идет, значит, в сумочке у нас что есть? Это масло специальное и щеточка. Это зарядное устройство. Это USB, чтобы подключать. Вот такой вот шнур. И зайдем, идет 3 сменных насадки. Ну, будем пробовать для волос, для бороды. Многофункциональная машинка. Ну, такая вот. Очень говорят, хорошая.
Это уже со скидкой у меня. Скидка у меня составила 470 рублей. Вышла она у меня в 1079. Сегодня у нас была акция на белые ценники, поэтому процентов на ней. Он, может быть, хочет, пойдет, купит. Поэтому сейчас и сняла это видео. Хотя оно у меня вообще не по теме. Ну, все. Всем пока-пока. До скорой встречи.